Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Ну что, сегодня буду жарить котлетки. Уже замочила хлебушка. И фарш у меня уже подтаял. Сейчас будем с вами вместе готовить котлетки. Постряпала уже сегодня хлебушка. Так, вот так получился у меня такой хрустящий. Так что вот так. И... одну булочку постряпала, со второе количество теста сделала лепешки на сковородке на сухой. Что-то захотелось прям. Вот, так что сварила гречки немножко уже сегодня с маслицом сливочным и супчик. Потому что немножко я такую на более легкую пищу села несколько дней, потому что, ну, говорю, что что-то... чего-то я съела такого не очень хорошего. Прямо мне прихватило желудок. Что-то как-то так не очень хорошо. А, вот. А сегодня Саша на работу. Сейчас быстренько котлетки нажарю. Ваня сегодня уходит к бабушке ночевать. В общем, мы остаемся втроем. Сегодня Гоша, я и Маша будем ночевать уже вечером. Сейчас быстро еще помою пол. У меня... глобальная стирка сегодня, поменяла все постели, покрывала, все перестирываю, вот. Ну и сегодня у нас на улице относительно тепло, но буранчик такой. У нас если мороз, то мороз, если тепло, то буран. В общем, погода нормально так, таковой и нету, вот. Ну все, вечером хотим с Гошей одеться, выйти, сходить Машу встретить до школы, потому что школа здесь у нас совсем рядышком. Ну, в принципе, вот такой ход у меня сегодня действий, да, что сегодня вот именно буду делать. Ну, все, в принципе, так что желаю вам приятного просмотра и поехали. Кстати, заварила себе зверобой в термос. В общем, по чуть-чуть наливаю, пью, он хорошо тоже снимает и воспалительный процесс ЖК. Ну, и, в принципе, на перемешку с осиной прям, ну, полегче, в общем, стало мне сегодня уже. Вот так, так что все, приступаем. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow водички котлетки немножко жареные есть не буду пока, потому что надо маленько на диетке посидеть. Вот такие себе немножко сделаю. Так. Несколько штучек. Достаточно, думаю. Так, накрываем крышечкой и пускай немножко потушится. Так, ну что, а здесь пока у меня готовятся котлетки, я решила маленечко навести порядок, чтобы время не терять зря. Ну, в общем-то,
подметаю, потому что у меня Саша с работы спит, и сегодня опять в ночь на работу. Ну и Ваня тут тоже прилег немножечко отдохнуть, потому что очень рано встает, и вчера что-то ему не спалось, и, в общем, уснул он поздновато, и, в общем, сегодня сказал, так хотелось утром спать, что ой-ой-ой. А, вот так. Так, ну все, практически уже подмела, пылесос не беру, так как спят. Знаете, ну и, знаете, подметать мне очень нравится вот эта метелочка, хорошо прям собирает мусор так. Вот, я прям довольная. У меня сзади меня на полу куча стирки, потому что пледы, я уже говорила, там со всех кроватей Так, ну сняла. что, пока я в зале подметала, котлетки мои значительно подтушились. Можно их еще перевернуть так, чтобы водички полностью были с обеих сторон. Опа. Пускай еще потушится. И будем приступать к основным котлеткам. Я здесь уже муку приготовила и, ой, муку эту, манку. Будем у манки обволакивать и обжаривать, в общем-то. Так, ладно, пока у меня котлетки так готовятся, я, наверное, пойду быстренько подотру пол. Так, ну что, котлетки мои готовы. Сейчас я их аккуратненько переложу. Так. И все. Здесь одна, конечно, немножко распалась, но ничего страшного. Сейчас это все помою. И уже буду приступать к основным котлеткам. What is wrong? What is my problem? Why can't I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to. No one understands, shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know. Drowning my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Tell me nothing. Made it through the rain, the rain. I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions. Cause I do what I gotta do, and I know. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind.
keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ну что, мы вышли на улицу, гуляем. Все хорошо, да? Но все равно так. Прохладненько, но такого мороза сильного нет. Дома все пооткрыли, потому что настирано. В общем, сейчас сегодня будем втроем, да? Папа на работе наш, Ваня у бабушки. Уже подружка моя в гостях. И подружка в гостях побывала. В общем, Машу мы не встретили, как планировали, они пораньше пришли. Вот, подружка побыла, пошла домой, и мы вышли погулять. Хорошо, хорошо. Гоша покачаться хочет на качели, но там столько снега вообще. Но снег растает, пойдем качаться на качелях, ладно? Ох, иди в снегу ты. Это знаешь, когда, Гоша? После дождичка в четверг. Ой, ну все, мы идем домой. Поднимайся, снеговик. Мне холодные перчатки. Ну не шоркай стены, Гоша. Ну и куда ты? Выше же. Ну что, мы нагулялись, и я уже искупалась, потому что завтра у меня будет куча дел опять. Машину коту нужно будет доделывать, там, ну, уносить уже в то место, где ее будут открывать. Вот, так что вот так. И хочу сейчас с вами поделиться моими кремами, которые я уже тестирую где-то, наверное, недели две. И я осталась довольна. Помните, я вам говорила, что ну не знаю, какой крем купить, потому что тот не идет, то высыпания какие-то, то пленка какая-то образуется. Вот у меня на крема на основе вот улитки. Вообще я несколько кремов, нескольких фирм брала. И начинаешь как бы наносить крем, и потом смываешь. Вот какая-то такая склизкая пленка. Такое противное ощущение, мне не нравится. Ну, а тут я, конечно же, перерыла все и нашла для себя, мне кажется, это вот прям мое. И сейчас я вам, конечно же, покажу и расскажу, как я пользуюсь. У меня их два. Вот. Та-дам! Вот
это мои два моих любимчика, которые мне очень полюбились, и я прям в восторге. Вот этот крем, он более такой впитывает, я им пользуюсь днем. А вот этот крем, он более немножечко такой жирноватый, но он тоже хорошо впитывается и, в принципе, не сильно таки оставляет прям жирного какого-то блеска. Но очень хорошо питает кожу. Очень понравились. Знаете, цена у них, ну, чуть больше 200 рублей, один и второй. Ну, за два крема можно и ножки мазать, и ручки, и лицо. И я, в общем, для всего тела использую. Мне очень нравится. Вот если вдруг вы в поисках для себя какого-то крема, да, вот обратите внимание, это детские крема, которые действительно работают. Потому что ни один из дорогих кремов, но по заявленному, да, производителю никогда не уберет морщины. Это, я могу сказать, это бред, конечно же. Так что хорошие крема, отличные, мне очень понравились. Так что пользуюсь с удовольствием и осталась довольная. Вот так, друзья. Так что по мне так лучше детских кремов на данный момент. Я пока еще за своих 37 лет, ну, не нашла. Потому что тоже много пользовалась недорогими и такими, да, бюджетными средствами, но порой даже бюджетные средства больше и лучше работают на коже, нежели дорогие. Так что вот так. Так что, друзья, вот такие вот у меня крема появились в моем уходе, и я довольна. Вот так. Ну и на этом буду заканчивать свой влог. Спасибо за просмотр, конечно же. Увидимся с вами уже скоро. И всем пока-пока.